Страны-экспортеры нефти пока не могут прийти к общему решению о снижении объемов добычи черного золота. В преддверии саммита ОПЕК в Вене Саудовская Аравия и Венесуэла провели переговоры с крупными производителями нефти России и Мексикой, не входящими в состав организации. Несмотря на снижение цен на нефть и перенасыщение рынка, стороны пока не договорились об уменьшении объемов производства. Основной целью переговоров было убедить Саудовскую Аравию обеспечить снижение квоты на добычи нефти. Члены ОПЕК надеются, что такие меры позволят остановить стремительное падение цен на сырье на мировом рынке. Мы обсудили сложившуюся ситуацию на рынке и решили поддерживать связь по этому поводу. Также мы планируем провести встречу через 3 месяца. И что самое важное, мы говорим друг с другом. Мы готовы работать в этом направлении, ведь вопрос цен на нефть беспокоит всех. Напомню, Саудовская Аравия является ключевой фигурой в организации. Саммит ОПЕК пройдет в Вене 27 ноября.